что у вас на голове? А, обыкновенная прическа. Форма называется «Я у мамы дурочка». А что? Ой, у мамы дурочка. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Да, ну вы знаете, я любитель этих джойстиков, ребята, когда женщина такие вот прически делает, да, ну блин, вот как они угадывают, да, вот, ну, да потому что это, им это все нравится, да, вот они там рассказывают, типа, мужчинам секс, ну, нужен больше, да, они всем своим видом, ребята, всем своим поведением, всем своим, блин, я не знаю, жестами, мимикой, мимикрией, вот этим всем, они показывают то, что они это любят, да, вот, ну, вот реально у него прикольная прическа, да, вот эти вот рожки такие на голове, да, такие вот джойстики, блин, вот так берешь ее и управляешь ней, да, блин, ну это же прямой сексуальный подтекст, блин, да. Когда они одеваются, там, не знаю, там, одежду в обтяжку, там, красят они так сексуально, там, ну, вот эти все дела, как бы, да. Неужели вы думаете, что делаете все для себя? Ну, какой-то бред, господи, они любят, когда их любят, так скажем, в физическом причем смысле.